с вами Руслан. Сегодня у нас очередная разблокировка Google аккаунта. На примере телефона BQ модель у нас Silk. Абсолютно новый телефон, только купили, настроили в магазине и домой принесли. Дети поставили пароль и после этого сбросили. Ну, как все друзья говорят, нажмите две кнопки, сбросите, его сбросили, повис на аккаунте. Проверяем. То есть у нас пропустить. Сейчас проверка обновлений. Способ актуален почти для всех телефонов на процессоре MediaTek. Сейчас покажу, как сделать на других телефонах. Так, назад. Как новое устройство. У нас блокировка появился значок вверху. Wi-Fi уже подключен. Сейчас проверка и будет просить аккаунт. В описании под видео ссылочка. Есть на файлы для скачивания 4PDA. Вот у нас тема 4PDA, флешку у нас и скатер файл вот этот нужен, и вот эти адреса, но адреса можно взять, потом покажу как, чтобы на других телефонах, на MediaTek. Все, у нас нету кнопки далее здесь, телефон выключаем, включен, он больше нам не нужен. Идем, скачали флешку, добавляем первый файл, второй файл, то есть которые были там, скатер файл и вот этот файл. Добавляем, потом идем в формат, manual формат и прописываем вот эти вот адреса. Это для этого именно процессора MT6739 с этого скатер файла. А где берутся эти адреса, если, допустим, у вас другой телефон на MediaTek? Берем скатер файл и открываем его с помощью блокнота. Открыли с WordPad. Идем в вкладку поиск. Сейчас он додумается. Поиск и пишем тут ФРП. Пишем, все нашли. Раздел. Вот они наши адреса. Вот. Адреса не придуманные, а из скатер файла берутся. Все, идем в флешту. Дальше нажимаем старт. И телефон в выключенном состоянии подкидываем к компьютеру. Есть. Так, определился. Все, формат прошел. Это мы сейчас затерли раздел ФРП в прошивке телефона на флешке. Переключаем. Тот же телефон. Не подменил ничего. Это нам больше не надо. Закрываем флеш-тул. Ну, в другом телефоне, так вы понимаете, да, открыли. Ну, вот, допустим, у меня А319 есть в прошивке. Вот скатер файл. Мы от него открываем. И с помощью WordPad. Поиск. Также пишем сюда ФРП. Тут поиск завершен. Ничего не нашло, потому что там Android 4. Там ФРП нет вообще раздела. До 4 Android. Пропускаем. Как новое устройство. Проверка. Уже значка блокировки сверху нету. Также подключен Wi-Fi. Все, появилась кнопка пропустить аккаунт. Пропускаем. Далее. Там сами настроили. Телефон стоит с коробкой. Все документы на руках. Все разблокировки краденных и найденных там это незаконно. Не забываем, можно так-то и подсесть на чуть-чуть. Вот такой. Аппарат абсолютно новый телефон. Ни одной царапины нету. На экране пленка наклеена, защитная, заводская. И ни одной царапины вообще на корпусе нету. Вот так детишки поигрались. Заблокировали аппарат. А вот все эти вот товарищи, которые говорят, что насмотрятся в Ютубе, там и на форумах начитаются, что нажмите две кнопки и потом запустите. Вот, пожалуйста, результат запроса. Так, все. Телефон запустился, у нас опять какие-то приложения, 1xbet заводское приложение с телефоном, ну, BQ зарабатывают как могут. Все, телефон полностью разблокирован, аккаунты выйти никакие нам не надо, перезагружайте, загружайте, можете входить в свой аккаунт. После этого сейчас посмотрим, где у нас пользователя, у нас вообще нет такого. Вот такая разблокировка на примере BQ Silk. На другие аппараты под медиатеком я показал. Можете юзать. На много телефонов подходит. Вам спасибо за просмотр. С вами был Руслан.
подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, ставьте обязательно. И до новых встреч. Пока-пока.